Еще раз поприветствую тех, кто онлайн, а то они не услышали. Приветствуем и вас. Друзья, знаете, недавно собрался в книжный магазин пойти и думаю, пойду какую-нибудь книгу куплю, почитаю. И встретился с одним филологом, который так более-менее там понимает. Я у него спросил, я говорю, что читают-то нынче, что купить-то, как вот свое мировоззрение поразвивать, как вот посмотреть на какие-то ситуации. Он говорит, да уже все придумано. Говорит, уже есть вот подборка 100 книг для общего развития, то есть там все взгляды, все истории, там все эпохи описаны. Вот 100 топ, читай это. Я говорю, все, 100 книг, и ты как бы на уровень выше. Он говорит, ты правда, что ли, так думаешь? Он говорит, если бы было все так просто, и ты знаешь, ты бы понял, что надо всего в своей жизни прочитать 100 книжек, даже, может быть, сложных, и через этот этап времени ты уже стал бы умным, развитым. Он говорит, ты знаешь, говорит, каждая книга – это то, что нуждается в осмыслении. Это то, что нуждается в определенном труде. Это то, что, ну, знаешь, он говорит, в каждой книге может еще около десятка книг. И знаете, когда я слушал его, я, знаете, иногда думаю о том, что на самом деле человек современный часто хочет очень быстро что-то получить, да? Он думает, сейчас вот этих советов послушаю, здесь пару лекций, здесь еще пару проповедей, и все на меня сойдет. Я и экономически, и культурно, и физически стану развитым. Но я понимаю, что всегда, когда приходит какая-то информация касаемого нашего духа, нашего физического тела, нашей бытовой жизни, всегда требуется какое-то углубление и какое-то осмысление. Да? Почему апостол Павел, когда писал послание Тимофею, он говорил о том, что ты вникай в Писание, в учение, потому что если мы надеемся на то, что на самом деле этот поток информации, даже если он духовен, если он просто пролетит, и ты подумал, я был в эфире, или был в это время на собрании, или просто мне пересказали и сказали, что там было что-то важное, и для кого-то может быть и так, это быстро произойдет, но для многих из нас, читая Священное Писание, будучи на собраниях, дома, на ячейках, мы всегда должны быть какими людьми? Люди, которые осмысливают, которые думают, которые рассматривают это с разных позиций, которые в каком-то совете, в каком-то общении, семейном или ячеечном, подходят к каким-то вопросам, которые мы поднимаем сегодня на пути нашей жизни, для того, чтобы взглянуть куда? В корень, в глубину. И когда мы осмысляем, когда это начинает жить внутри нас, это становится семенем, которое начинает расти. И я благословляю всех нас, чтобы это время, которое мы здесь проведем, этот час, это богослужение, чтобы это было осмысленное, чтобы это было глубокое, чтобы это время, оно дало свой плод в свое время. Аминь. И тема, которой я приглашаю всех нас, чтобы мы подумали, я назвал «События или обед по расписанию». Давайте будем разбираться. Наша церковь очень много занимается социальным служением. И, наверное, многие из нас к этому служению имеют так или иначе какое-то отношение. И мы знаем, что у нас есть центры реабилитации или дома милости, как вы их там назовите. И часто, когда мы встречаем людей на улице, или люди приходят сюда, или мы их встречаем на кормлении, мы говорим им определенную версию, почему они должны попасть к нам, почему они должны прийти к нам, почему они должны поехать к нам, почему они должны быть с нами и что с ними произойдет. И примерно, если не углубляясь, мы им говорим примерно такие вещи. Приходи к нам, пойдем с нами, едь
реабилитационный центр, ну, примерно, и там Бог начнет с тобой что-то делать. Он изменит твою жизнь. Ты был злой, станешь добрый. Ты был больной, станешь богатый. И мы говорим человеку такие обетования. Мы ему обещаем такие вещи. Мы ему рисуем такой горизонт, что, знаете, нам самим это нравится. И почему мы так говорим? Ну, потому что на самом деле мы видели эти чудеса. Мы видели, когда человек абсолютно разбитый, когда абсолютно нездоровый, абсолютно без памяти, без документов, просто на грани смерти переступал этот порог. И мы видели его через год, через два, уже будучи, может быть, здоровым, он собирается жениться, у него есть какое-то потомство. И мы видели эти хорошие результаты. Но я вам хочу сказать, если вы посмотрите на статистику, которая существует у нас, то мы поймем, что многие люди, которые сделали эту попытку и пошли туда, то большинство из них, они так и не стали обладателями вот этой великой презентации. И тут возникает вопрос, кто не доработал, может, мы лишнего чего-то сказали, может быть, у него чего-то не получилось. Но я немножко расскажу, что происходит с ним там, на этой базе. Человек попадает туда и даже, может быть, верит в то, и его держат эти обетования, и он смотрит, он приходит туда, начинает жить, знакомиться с людьми. И в какой-то момент руководитель или служитель, который там есть, он ему говорит: а вот здесь есть расписание, расписание которого ты должен придерживаться. И в расписании примерно такие даты: подъем в 6 утра, завтрак, молитва, обед и так далее, тому подобное. То есть все расписано для того, чтобы ты физически, по-бытовому в этом во всем участвовал. И человек, он начинает, ну знаете, в этом расписании нет таких истин, как смиряйся, бери пост, люби ближнего своего. Там есть только расписание, там есть только время, куда, когда тебе надо пойти. И человек, когда он поживет в этом, во всем, он, большинство, знаете, к чему склоняются? Они думают: а зачем мне больше всех? А зачем мне вот здесь за кого-то убираться, за кого-то прощать, где-то напрягаться больше? Ну, есть же расписание. Вот есть расписание, и в принципе, если я буду выполнять это расписание, то я уже буду как бы человек, который в теме. И человек в большинстве своем, он знаете, что делает? Он на вот этот формат расписания, он на него скатывается. И так он может жить недели, месяцы и годы. Он просто получает свой подъем, когда его будет. Он получает свой обед по расписанию. Он понимает, когда выключат свет. И самое печальное в этом, знаете, что? Что когда проходят эти полгода или год, и тот человек, который имел эти обетования, что я сейчас выйду святой, сильный, духовный, он выходит из этого расписания, обратно возвращается в город, то мы видим, что у большинства, кроме какой-то чистой одежды, никаких изменений нет. Потому что расписание и обет, который давали тебе по расписанию, он никого не меняет. Это просто такой этап жизни, когда ты попал в определенную систему. Но знаете, есть люди, которые на самом деле попали в эти места, и кто-то попал не просто в расписание, а они поняли, что здесь должно произойти какое-то событие, что здесь, в этом месте, должно произойти какое-то такой поворот моей судьбы, должно получиться такое изменение, и человек понимает, что он не просто в системе, а он знаете, попал в какую-то Божию, в Божий замысел, и он старается делать все, чтобы это событие, о том, о чем ему говорили и проповедовали, оно произошло в его жизни.
И кто-то сейчас после этого может сказать, а, так проповедь про тех, кому на реабилитацию надо. Ну давайте поразбираемся, потому что эта форма, этот макет, он так похож на нашу жизнь. Давайте вспомним с самого начала, вспомним Адама и Еву. Помните, однажды в книге «Бытие» описано самое величайшее событие, которое только было на земле когда-то. Помните, с первой главы написано «И сотворил Бог», и написано «Солнце», Луна, там, вода, все вот это, все, что мы видим, где мы живем, это было величайшее событие. Если даже взять все наши дни рождения, все праздники, все о чем, какие события сегодня происходят в нашей жизни, это событие, оно самое великое. И знаете, когда Бог это все сотворил, Он в последнее, Он взял человека. И что Он сделал? Он этого человека взял и поместил в это событие. Он взял Адама и сказал, вот в этой во всей красоте, вот в этом во всем, вот в этом во всем прекрасном, вот в этом во всем, что на самом деле я говорю весьма хорошо, там в этом событии должен быть ты, человек. И Адам попадает туда, и я прочитаю, как написано, это в первой главе, 28 стих, когда Бог говорит такие слова, это первая глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Вот так по-отцовски, с любовью, в свой замысел, в свое событие пригласил Бог человека. И говорит, вот это твоя великая перспектива. Вот в этом ты будешь жить. Плодись, как-то вот дай так вот глубоко звучит, как-то вот по-отцовски, как-то сильно, как-то так благословенно. Он говорит, плодись, размножайся, владычествуй. То есть, и Бог в это событие приглашает свой венец творения, человека. Но мы знаем, что давайте мы уточним, что мы знаем, что у Адама была свободная воля, и эта воля, она повлияла на то, что в жизни человека появился грех, и мы знаем, что этот грех разделил Бога и человека. И знаете, как только произошла эта трагедия, то тот же самый Бог тому же самому Адаму, который после грехопадения не умер, а остался жить, и его жена осталась жить, и все человечество, которое было тогда, он говорит такие вещи. Это уже написано в 3 главе, в 17 стихе. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал...» 3 глава, 17 стиха. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Аминь. Один и тот же Бог, один и тот же человек, но две разные ситуации. В одном мы видим Бог и его события, и Бог говорит, плодись и размножайся. Это все твое, ты движешься в этом, ты вечен, ты счастлив, ты имеешь отношения со мной. Вторая ситуация, тот же самый Бог, тот же самый человек, но с позиции греховного падения, и Бог ему говорит некую другую картину. Ты будешь работать в поте лица, и дальше вот эти версии, которые там и женщинам дальше написано, как вы будете рожать. И знаете, и ключевое слово, когда здесь написано, и он говорит, ты будешь все это делать, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой взят. Это 19 стих. То есть Бог понимал, что вот эта версия жизни, вторая,
Это не его замысел. Пот, терни, боль. Он говорит, вот там было мое событие. Вот там, где ты благословен, там, где ты силен, там, где ты должен плодиться и размножаться, там мое событие. А во втором он говорит, ты сегодня находишься вот в этом, что ты выбрал, но тебе надо выйти из этого, потому что это не мой план, потому что это не мое расписание жизни, пот, слезы и всякая боль. Он говорит, тебе надо пойти обратно в мое событие, потому что здесь на самом деле нету моего замысла. И знаете, когда мы проводим эти некие параллели, мы должны понимать, что в жизни людей сегодня есть то, на самом деле, что есть в замысле Божьем. То, на самом деле, где Бог хочет видеть человека. Там, где человека, он, знаете, он хочет, чтобы человек был счастливый, чтобы человек был с ним, чтобы человек уповал на него. И есть, знаете, позиция, когда Бог говорит, а вот этого в моем плане не было. Но ты все равно живешь. Ты живешь в этом расписании, как и подобно то, что я привел в пример там в Репцентре. Когда, знаете, человек, он на самом деле может использовать это время, искать Бога, искать отношения с Ним, вникать в Писание, а может просто говорить... Да зачем мне эти великие события? Зачем вы мне рассказываете про миссии? Зачем вы мне рассказываете про ОМТЦ? Зачем вы рассказываете мне, что надо идти до края земли и жертвовать? У меня есть расписание. У меня есть мой обед, и вы мне, пожалуйста, в 13:00 подайте мою чашечку. И вот эта чашечка, она приходит, это расписание приходит. И знаете, так часто проходит вся жизнь в этом расписании. Когда человек, он сам для себя выбирает, неважно, где он находится, как ему жить, либо в событии Божьем, который Бог приготовил для него, либо в жизни по расписанию. Давайте прочитаем еще одно место Писания, это Екклесиаст. Екклесиаст, 3 глава, с 1 стиха, это всем известные мысли, выражения. Написано так. «Всему свое время, и во имя всякой вещи под небом, во имя рождаться, и во имя умирать, во имя насаждать, и во имя вырывать посаженное, во имя убивать, и во имя врачевать, во имя разрушать, и во имя строить, во имя плакать, и во имя смеяться, во имя сетовать, и во имя плясать, во имя разбрасывать камни, и во имя собирать камни, во имя обнимать, и во имя уклоняться от объятий, во имя искать, и во имя терять, во имя сберегать, и во имя бросать, во имя раздирать, и во имя сшивать, во имя молчать, и во имя говорить, во имя любить, и во имя ненавидеть, во имя войне, и во имя миру. Аминь». У меня вопрос. Это такое отредактированное расписание жизни. Как вы думаете, это для кого? Это для верующих или для неверующих написано? Ну, все же понятно. Это написано абсолютно для каждого человека. И если мы посмотрим в первый стих, мы посмотрим, что здесь написано «во имя рождаться и во имя умирать». И знаете, Бог, Он нам это расписание уже показал. Он говорит, примерно в вашей жизни будет вот, ну, вот такая вот схема. Вот такая схема, и первое событие, которое вы даже не планировали. Вы не выбирали, где вы родитесь, в Омске, в России, в какой семье. Первое событие, которое с вами произойдет, независимо от вас, оно какое будет? Вы родитесь, а потом вы пойдете куда-то, к последнему событию. Вы пойдете к событию под названием смерть. А на этом пути, от этого события к тому, вас будут сопровождать вот эти события. Во имя вы будете садить, будете вырывать. И если вы подумаете о себе и подумаете о нашей жизни, вы поймете, что многие вещи, они с нами уже происходят. И они независимы. Верующий ты, неверующий ты, умный ты или не очень умный, физически здоровый ты или не очень здоровый. Вот это расписание, оно так или иначе,
оно уже действует в нашей жизни. И Бог говорит, вот так вы будете жить, это и так будет жить всякий человек. Верит он в Аллаха, не верит он ни в кого, язычник он, олигарх он, все родятся. И знаете, кто-то говорит о том, что, ну как же, давайте подумаем. Но я, знаете, я хочу сказать, все, что там написано, будет происходить не только с нами, будет происходить абсолютно со всеми людьми. И я хочу сказать, многие говорят в жизни о том, что у меня хорошее образование, у меня хороший стаж, у меня хорошие там дети, дом. Я вам хочу, знаете, так сказать, многие неверующие люди могут рассказать нам истории намного красочнее, чем в вашей жизни. Они могут рассказать вам такие истории, как они получали Нобелевскую премию, и столько книжек, сколько они прочитали, и сколько и какие дети у них, гимнасты, шахматисты, и какие они воспитанные. И это все так или иначе происходит в жизни людей, без разницы. И Бог, и знаете, иногда кажется, ну ты как бы умоляешь. Ты на самом деле, ты как, мы же говорим, что это дети от Господа. Да я вам хочу сказать, я знаком с одной женщиной в Омске, у которой 30 детей в семье. И знаете, она вот, ну, вот она бы со своими вышла сюда, и она, у нее тоже те же самые, у нее те же самые расписания жизни, просто она делает это больше. Но знаете, в чем замысел? Бог говорит о том, что это все просто расписание жизни. Но Божий человек, он живет не в расписании. Если ты будешь вот так вот жить, ты родишься, умрешь, что-то сделаешь, но для тебя, как для Божьего человека, существует другой путь. И этот путь называется «Мое событие в твоей жизни». И знаете, Бог, когда Он говорил Адаму, Он говорил, ты должен вернуться не вот в это вот, не вот в этот список, который для всех людей. Они и так все будут делать это. Ты должен вернуться в мое событие, которое лично для тебя, лично для твоей жизни. Давайте вспомним. Бог начинает стучаться в жизнь людей. Помните, Бог приходит к Ною. Ной мужчина, живущий в своем времени, в своих каких-то определенных ситуациях. И он стучится к Ною и говорит к нему, Ной, у меня событие намечается. Потоп. Ты как бы можешь выйти из своей привычной жизни? Ты же там со всеми, ну, живешь. Там определенная культура, определенная, наверное, работа. Ну, все как у всех. Там я не думаю, что Ноя там особо отличался там от того общества. Вот наши машины отличаются от машины мирских людей? Отличаются? Нет? Иногда и думаешь, лучше бы они... Встретишь на дороге когда-нибудь, думаешь, лучше бы и не знали, что это наши. Я к тому говорю, что Ной живет в своей эпохе, приходит Бог и говорит, человек, у меня событие намечается, дело Божие, войдешь в него. Ну вот представьте, как надо было Ною понять, вырваться из вот этих обстоятельств, которые он, ну, самое вот это, время рождаться, время умирать, он и так живет по этой схеме. У него и так все как бы идет, как у всех. Он говорит, выйди из этих, ну, вот из этого расписания и иди в мое событие. А событие какое? Надо построить ковчег. Представьте, ты выходишь из общих каких-то, вот, знаешь, вот то, что в обществе ценно, понятно, садик, школа, вот эти все версии мы знаем, да? Мы все знаем, кто, где, как будет там учиться, что делать. Он говорит, выходи из этого из всего и иди строй ковчег. Как вы думаете, тогда у Ноя вообще, ну так чисто по-человечески, много могло возникнуть вопросов? Ну есть же стандарт жизни в том, в котором я сегодня живу. Сказали, вот так жить, вот так вот... Ну, то есть государство там или кто. Он говорит, нет, строй, ты пойдешь в мое событие. И Ной выходит из общего представления жизни. И начинает строить ковчег 100 лет. Очень сложно даже нам это себе представить. Представьте, Ной 100 лет наблюдает, как все общество живет.
рождается, умирает, сажает, вырывает. Вот в этом всем расписании жизни оной в этот момент пребывает в чем? В событии Божьем. И знаете, где-то душевно хочется, наверное, Ноя пожалеть. Сказать: Ной, ну ты посмотри, какие люди себе дома строят. Ну ты посмотри, какие тенденции. Ты посмотри, какое развитие. Ты на что свою энергию тратишь? Ты вот где ты вообще вот пребываешь? Может быть, тебе как со всеми просто туда пойти? И в какой-то момент Ноя даже жалко, потому что кажется, что жизнь, она проходит мимо. Потому что расписание проходит мимо него. Но знаете, мы как верующие люди должны понимать, что Ной – это абсолютно счастливый человек. И счастливый он не потому, что, знаете, что-то его особо выбрали. Ему предложили войти в события Божие. И Бог его наделил особыми переживаниями. И я думаю, что он, не скрипя зубами, не мучаясь от того, что он что-то смотрит, что происходит в мире. И он, знаете, я думаю, он понимает, что я в событии Божьем. Бог меня благословляет. Бог дает мне это внутреннее состояние счастья. Давайте вспомним еще. Помните Моисея? Его этап жизни, когда, помните, он уже убежал там из дома, из своего дома, и находится в пустыне, пасет овец. Нам иногда кажется, что пасти овец — это так просто. Но если бы у вас было 2-3 овцы, вы бы вообще поняли, что у них нет ни Нового года, ни вообще никаких расписаний, они всегда хотят определенного ухода. У Моисея есть тоже свой образ жизни. И однажды к нему стучится Бог в пустыне через что? Через терновый куст, да? Он горит, и Бог обращается к Моисею и говорит: Моисей, у меня событие. Я услышал вопль народа моего в плену. Он говорит: пойдешь в это событие, надо поучаствовать. Представляете, к тебе приходят на работу и говорят: миссия есть, людям плохо там, люди страдают, надо поучаствовать в их жизни, к фараону пойти. И знаете, мы видим, что Бог зовет этого человека, говорит: пойдешь в мое событие? Пасти овец — это неплохо, но это могут многие. Овцы, поля, работа, образование — это все и так будет. Но я тебя зову в нечто другое. Я тебя зову не в общий уклад жизни, а я тебя зову в свое событие. Ты пойдешь, и Моисей выходит оттуда. И знаете, мы понимаем, что даже Бог ему особо не говорил, что там надо будет через море проходить, что там надо будет еще какие-то вещи делать, потому что, наверное, Моисей бы не согласился. Но Моисей, который поступает в его события, он становится кем? Я думаю, что это один из счастливейших людей, вообще живущих когда-то во вселенной. Даже тогда, когда эти люди, помните, уже через пустыню выходили, и им надо было заходить в Иордан, и Моисей, ну, через Иордан проходить, Моисей... Он...